Ген, знаешь что? Меня это все достало. Что? Да ничего, ты третий месяц сидишь дома без работы, нифига не делаешь. Я одна за все плачу, я уже устала. Собирай свои вещи и уходи из этой квартиры. Ну, может быть, мы как-нибудь с тобой договоримся все-таки, а? Нет, я приняла окончательное решение. Ну, тогда знаешь, тогда собирайся и сама из этой квартиры уходи. Я-то с чего? Я ее снимаю, я ее оплачиваю. Потому что эта квартира моя, по документам, я ее хозяин, и все это время ты снимала ее у меня. Как? У тебя есть собственная квартира? Да, представь себе, у меня вот эта квартира в центре города, это моя квартира. Ну, давай тогда договоримся. Дорогая, ну ты знаешь, ты сама сказала, что приняла окончательное решение, поэтому собирай свои вещи, дверь вон там, давай до свидания. Что, без вариантов? А? Без вариантов? Да все уже, надоело мне. Найду себе новую. Ну, пошел ты.